Мы сейчас в Бангкоке. Не знаю, что тут произошло, но здесь очень чисто. Невероятно чисто. Это Бангкок. Если вы здесь когда-нибудь были раньше, вы понимаете, о чем я говорю. Но сейчас город преобразился. Мы посмотрим на графики по биткоину. Подпишитесь на канал, где уже 76 тысяч подписчиков. Поставьте лайк. Чем больше вы ставите лайков, тем охотнее алгоритмы YouTube продвигают наши видосы. И мы сегодня посмотрим на графики по биткоину. И сегодня я покажу вам сделку, кажется, на 50 тысяч долларов. Ну что ж, подпишитесь на канал, поставьте лайк. И давайте перейдем к техническому анализу по битку. Откроем графики. И сейчас я скажу вам, почему я открыл сделку на 50 тысяч долларов. Вот из-за этой штуки. Напоминаю вам о симметричном треугольнике, о котором я говорил в прошлом видео. Мы видели медвежий флаг и вот этот симметричный треугольник. В какой-то момент биткоин вышел вверх из этого треугольника, но затем вернулся в него обратно. И мне кажется, сейчас биткоин нашел поддержку. Почему я зашел в лонг все-таки на биткоине? Потому что новый минимум выше предыдущих. Посмотрите, вот это был предыдущий минимум, один из них. Следующий выше, еще выше и еще выше. То есть мы видим восходящее движение на биткоине. Вот этот минимум был на уровне 19 200 долларов. Этот на уровне 18 700 долларов. То есть каждый новый минимум выше предыдущего. И именно это является причиной, по которой я становлюсь в лонг на биткоине. В общем, сейчас биткоин оттолкнулся и идет вверх. Объемы также увеличиваются, то есть биткоин растет на хороших объемах. Индикатор RSI на 4-часовом вышел из зоны перепроданности и направляется вверх. И вы видите, всякий раз, когда биткоин выходил из зоны перепроданности и направлялся вверх, это было хорошее время для покупки. Вот как сейчас, например. Вот то, что было в прошлом. И, в принципе, вы можете увидеть на графике еще несколько примеров. Ну, а вы можете, в принципе, не прямо сейчас заходить в лонг, а подождать, пока биткоин пройдет еще выше, потестит верхнюю границу треугольника. Но почему я прямо сейчас зашел? Потому что я вижу, что биткоин, если он опускается, то минимум становится все выше и выше. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что биткоин еще пойдет ниже и сделает двойное дно на уровне 17 тысяч долларов. Но, тем не менее, я уже зашел в лонг. Это моя сделочка в долгосрочную перспективу. Но если вы хотите открыть какую-то короткую сделку, можете сейчас зайти в лонг на биткоине, поставить стоп-лосс под дневной поддержкой, а take profit на 22 400 долларов. Соотношение риск-прибыль таким образом получается 5.5. Вот такую сделку можно было бы открыть в лонг на биткоине. Посмотрим на часовой таймфрейм. RSI направляется вверх. На 15-минутке индикатор RSI в зоне перекупленности. Возможно, небольшая коррекция сейчас. Но мне нравится то, что заходят объемы на биткоине. Это хороший знак. Посмотрим на ленту скользящих средних. Биткоин находится под лентой. Но, в принципе, далековато ему еще до ленты. Он может пройти выше. Криптогуру-бот дает сигнал на продажу на 4-часовом графике. Но биткоин индикатор бот, насколько я помню, дал сигнал на покупку. Да, действительно, он сейчас дал сигнал на покупку. Но, в принципе, тут, конечно, такие мелкие сигналы. Покупка, продажа. Но, так или иначе, я уже стою в лонге. И вот эту торговую идею я сейчас закину в свой телеграм-канал. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4450 долларов. Если зарегистрируетесь, начнете торговать, заведете на бирже Bitcoin. Я сам торгую на Bybit, очень удобная биржа. Здесь есть спотовый рынок, деривативы, шорт, лонг, стоп-лосс, тейк-профит. В общем, сплошное удовольствие. Bybit — одна из самых крупных криптовалютных бирж. И когда вы зарегистрируетесь на Bybit, у вас откроется такой интерфейс, который я вам показываю в своих видосах. И как вы видите, я зашел в лонг на биткоине, и эта сделка пока что в плюсе на 200 долларов. Объем сделки 2.255 с биткоина. Эту сделку я открыл, ну, я не знаю, пару часов назад, наверное. И посмотрите, как быстро меняется, конечно, цена. Уже 180 долларов, профит 160 долларов. Объем этой сделки, если мерить в долларах, 44,5 тысячи. Своих денег у меня в этой сделке 4970 долларов. И я открывал ее с девятым плечом. То есть я завел в эту сделку 5000 долларов, и сейчас у меня пока что профит 200 долларов. На аккаунте у меня сейчас 163 180 долларов. Также у меня закуплено 3.22 биткоина на общую сумму 63 900 долларов. USDT на 67 тысяч долларов. Ну и вот эта сделочка на 2.25 биткоина. Вот такая
какая ситуация сейчас у меня на аккаунте Bybit. Давайте сейчас посмотрим на эфириум быстренько. Где эфириум? Эфириум стоит $1072 в данный момент. И мне кажется, эфир тоже нашел свою поддержку неплохую. У него тоже новые минимумы выше предыдущих, это хороший знак. Но если эфир все-таки не удержится сейчас, то он пойдет вниз на уровень $810, я так думаю. Но RSI находится в зоне перепроданности, это говорит о росте, возможно. Вполне возможно, что эфир сейчас зайдет внутрь вот этого треугольника, потестит нижнюю границу, и если хватит объемов, то пойдет выше. На дневном тоже стохастик в зоне перепроданности. И я сейчас не вижу, чтобы эфир стремился вывалиться снова за $1000. Интересная, конечно, картина на эфире. Пока что эфир удерживается над отметкой $1000. Но если эфир все-таки пойдет ниже, то вполне вероятно он сделает двойное дно на цене $880. Но пока что все-таки у меня настроение в лонг на эфире. Вот такую сделку можно было бы сейчас открыть. Соотношение риск-прибыль получается 2.59. Риск $47, потенциальная прибыль составляет $123. С десятым плечом потенциальная прибыль $1200. Вот такую сделку можно было бы открыть на эфире, на биткоине, но я бы все-таки советовал ждать подтверждения восходящих движений. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал с торговыми идеями. Здесь уже 2457 подписчиков. И вот сделка, которую я открывал в лонг на битке и забросил ее как раз в свой телеграм-канал. Поэтому рекомендую присоединяться. Ну что, на сегодня, думаю, хватит. Поделился своим мнением по биткоину и по эфиру. Подпишитесь на канал, где уже 76 тысяч подписчиков. Поставьте лайк. И обязательно присоединяйтесь к моему телеграм-каналу с торговыми идеями. Ссылка также есть в описании под видео. И на этой неделе мы собираемся выбрать победителя. Кто-то из подписчиков получит PlayStation 5. Спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс, криптогуру, и увидимся завтра.